автомат 11064. Видите, как зависть выглядит? Очень хорошо выполнена зависть. Мы видим. Тянет сразу несколько кистей. Да. Ну сейчас вот внимательно давай пойдем вот этот автомат, да? Вот смотрите, первая кисть, да? Вот это надо было изначально сразу убрать. Помидорчик маленький, да? Но спокойно, вот 6 помидоров тянет. Следующая кисть в 6 помидоров тянется. Вот это у нас 6. Да. Больше. 7. Смотрите, эта кисть как хорошо идет. Посмотрите, здесь уже какой 6. Крупный помидор, да? То есть уже. Смотрите, у нас только первая, да, зреет, но уже на этом уровне это раз, два, три, четыре, пятая кисть какая крупная, да? Обратите внимание, шестая кисть какая, да, уже помидоры. И седьмой тоже заходит. Там 4 продается. Действительно, очень хороший. Опять же, что можно сказать по этому томату? Он устойчив к дисбариозу, он устойчив к юзу ТЛСВ. Он хорошо держит гормоны. Кстати, для любителей больших чашелистников. Очень, да, большие чашелистники. Вот обратите внимание, чашелистник большой. То есть вот сейчас попробуем показать вживую. То есть хороший, смотрите, помидор. Помидор массивный, грамм. При густоте 3,3 растения. Это очень крупный помидор. Мы видим, да, то есть потенциал этого помидора, я сказал бы, очень перспективный. Ну, я говорю, смотрите, вы обратите внимание, какая здесь кисть. Это, да, то есть уже по всему томату, да, кисти нормально налитые. И даже самый верхний уже имеет более-менее хороший размер. То есть будем наблюдать за этим гибридом. Я думаю, что у него, вернее всего, что будет будущее. Но отдать должное, что в этот раз 600, конечно, удивил вас количеством новых хороших гибридов. Не, линейка полная. Сейчас урожайные, ранее спелые, с ресницами, да, с разным цветом. Это томат. С устойчивостью болезни. 11058. Цель предложит полный ассортимент. Это среднеплодный томат. С хорошим красным цветом. С хорошим красным цветом. Ну вот единственное, что, видите, как показывает, здесь чуть-чуть он больше реплится на опыление. То есть кому-то, наоборот, такие помидоры нравятся. Есть клиенты, которые просят, да, чтобы именно хорошо ребрился. Видите, здесь тоже. Наверное, будет хорошо нравиться россиянам, потому что, смотрите, потом пыление носики дают эти. Mm-hmm. Можно вытянуть носик с него хорошо. На любителей. То есть, да, вот он, этот томат. И томата, конечно, отборные шампиньоны. Раз, два, три, четыре, пять. Вот, смотрите, первая, вторая кисть. Семь кистей. Третья кисть. Вот он, четвертая кисть. Можно сказать, четыре кисти было. Пять. 6, и вот у нас 7. Опять обратите внимание на данного гибрида, что плодоножка у него очень прочная, не заламывается нигде. Видите, здесь даже это есть специальное, как сказать, как это, чтоб такого не было. Ну ладно, здесь не вспомню, но главное, что он не ломается. Это вот, ну, это отдать ладно. Должное. И в принципе, смотрите, какой цвет у него хороший. Вот мы, смотрите, сколько кистей прошли, да? Вот, смотрите, какой помидор товарный, а? Товарный. Тяжелый. Да, он тяжелый. Он как камень. Кидаться не будем. Нет, действительно, стомат тоже хороший. Твердый, достаточно твердый. И цвет хороший. Так. Это следующий гибрид. Это следующий у нас идет ТМ-11065. Размер покрупнее. Да, но он, видать, по сравнению с предыдущим, он зреет попозже. Мы видим, на плоды еще пока, да, зеленые. Есть первые плоды, уже пошли, вот они. Но размер плода крупнее значительно. Вот видите, здесь первый уже пошел, второй пошел, да. Вот она, кисть мощная. Вот видим, да, мы все плоды. То есть вторая тоже кисть пошла уже крупная. Третья хорошая кисть, четвертая пошла. Так. Пятая, шестая. Так, не, помидор хороший, но единственное, конечно, данный помидор не отличается скороспелостью. Ну, измерим. Кому как нравится, да? Ну, смотри, помидор очень крупный, но в нем, в принципе, все нормально, но, опять же, да, единственное, скажем, что у него
несколько распилось. Ну и второй момент, конечно, у него междоузлие, конечно, чуть побольше. Но при этом он очень-очень твердый.